Пострадавший во время урагана в Карагандинской области мальчик все еще находится в реанимации. По словам врачей, ребенок перенес несколько сложнейших операций. При этом точных прогнозов о сроках восстановления его здоровья специалисты дать пока не могут. Напомню, 19 июня из-за сильного ветра на одной из детских площадок районного центра оторвалось газонное покрытие. Двоих школьников, находившихся в игровой зоне, отбросило на несколько десятков метров. В результате один из мальчиков получил серьезные травмы. Мультидисциплинарной командой из специалистов клиники Макожанова, челюстно-лицевым хирургом, реаниматологом, анестезиологом, детскими ортопедами сегодня проведено оперативное вмешательство в объеме восстановления костей лицевого скелета, металлоостеосинтез с восстановлением скулоорбитального комплекса с фиксацией металлическими пластинами, а также закрытая репозиция костей предплечья с фиксацией металлическими спицами.